Я научу вас вязать в 3 нитки от одного мотка. Для этого мы берем пряжу и складываем ее пополам и вытягиваем вот так вот в длину, чтобы получилось вот такой зигзаг. И у нас нитка, сложенная втрое. Она, видите, короткая. Поэтому мы берем свободный конец и продеваем вот в эту петельку и подтягиваем. Здесь образуется соединение, в котором совсем нет узелочков. И вы вяжете от одного мотка в 3 нитки. Когда будет заканчиваться эта нитка, мы снова доходим до вот этой петельки, продеваем в нее свободный конец и вытягиваем на необходимую длину. Таким образом мы вяжем в 3 нитки от одного мотка.